Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале о полезном приложении госуслуги «Дом». Уже более миллиона россиян оценили возможности данной платформы. Одной из главных функций приложения является сбор показаний приборов учета и оплата всех счетов за коммунальные услуги без комиссии. Также приложение упрощает взаимодействие с обслуживающими компаниями. Владельцы квартир могут узнавать о запланированных работах в доме, проводить собрания собственников онлайн, оперативно подавать заявки в управляющие организации через умный чат-бот, изучать их отчеты по работе. Школьники всей страны с 1 по 9 класс могут повысить свою цифровую грамотность. До 25 декабря продлится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». В заданиях олимпиады ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Олимпиада проходит на образовательной платформе учи.ру, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В преддверии новогодних праздников глава Кировского района Игорь Рудаков вместе со своими заместителями исполнит желания детей-инвалидов. Они сняли с районной елки желаний открытки с пожеланиями ребят. В основном дети просят у Деда Мороза игрушки или наборы для творчества. Исполнить пожелание ребенка может любой желающий. Елка находится в комплексном центре социального обслуживания по адресу улица Победы, 168, информирует телеграм-канал Кировского района.